Всем здорова, вы на канале Максика. Это моя 18-я серия выживания в Майнкрафте. В этой серии мы пойдем добывать трезубцы. Но сначала подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а мы погнали! Вы прекрасно знаете, что у меня есть целых 5 трезубцев. Но давайте честно, это неинтересно. Просто взять и зачарить. Давайте я... Лучше пойду их добывать. Что мы сделали в прошлой серии? В прошлой серии мы приручили коричненькую панду. Теперь идем за трезубцами нам к морю. Так, подошли. Теперь на поисках утопленников. Я уже вижу первых. Да, есть трезубец. Так, ай. Вы все видели, у меня везение, как не знаю у кого. То есть с первого раза я выбил трезубец. Хотя у меня всего лишь добыча 2. Как это работает? Я не знаю. Так. Я надеюсь, там еще одного трезубца нет. Плывет он, плывет, блин. Как мне вылезти? Там еще один трезубец. Там еще один трезубец. Давайте проверим чисто мое везение. Сейчас я быстренько отрегенюсь. Где ты? Погнали. Выпал! Выпал трезубец! А вы теперь понимаете, откуда у меня 5 трезубцев? Я не знаю, откуда у меня такое везение, но ладно, продолжаем. Я взял самый крепкий трезубец, то есть который у меня есть, он почти починен. Теперь давайте поищем книги, может у меня книги есть, конечно. Так, какая-то книга... Защита нет. Нет. Пошлите на починку. Или сначала 30 уровня доэтываемся и за починкой. Давайте что-нибудь зачарим попробуем. Так, у меня 36 уровень. Я потратил 30 минут своего времени, чтобы добыть 36 уровень. Я скрестил 2 трезубца, теперь у меня трезубец почти на полный этот. Давайте возьмем... Этот лазурит, если бы он, конечно, у меня был бы, да, если бы он был бы, если бы он был бы, если бы он был бы, есть. Так, стоп. Так. И пойдемте зачаривать. И на что мы его зачарим? На... Верность. Неразрушимость, неразрушимость. Нафиг он нужен? Я тут книжечки уже подготовил. Давайте его зачарим. Сначала на починку. Есть. Теперь на неразрушимость. Есть. На пронзание будем? Или... Или что? Теперь я не знаю, можно сделать тягун, это когда ты в воде летаешь. А можно еще сделать, типа, чтобы просто кидался, чтобы он возвращался тебе. Я не помню, как называется. Книжка. Можно сделать так. Я не знаю, как сделать. Вообще не знаю, как сделать можно.
Блин, надо будет думать. Ладно, я решил. Давайте на тягун. 13 уровней, у меня 14 уровней осталось. Чё? Пошлите его. Затестим. Так, пошлите к песцу. Так. И куда мы? Давайте на мой дом. Работает! Ура! Ну что, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока! Давайте еще круче. Всем пока!